Тимур Гумергалиев. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот это вот шифрование, дешифрование, это, ну, действительно какие-то шифры, или это мы говорим просто о переводе одной системы счета в другую, и как это происходит хотя бы приблизительно? Это не какой-то шифр, это просто перевод одного и того же значения. Просто мы обозначаем либо бинарными числами 1-0, либо десятичными. Можете какой-то очень простой пример привести? Ну, там, перевода цифры 19 в бинарный код. 1-0-1-1. Что произошло? Что вы делали сейчас? Я сложил число 1 и 4 нуля. Это число 16. И число 3. Это просто 1-1. Соответственно, получалось 1, потом 0, и на последних двух разрядах 2 единицы. Итого мы имеем 19. Я попрошу этот момент записать мне на пленку. Я буду вечерами его слушать, смотреть. Возможно, я разберусь, как это делается. Вам кошмары будут сниться. Нет, я разберусь, честно. Честно. Вам аплодисменты, спасибо. Наш участник уверен, что сможет расшифровать за короткое время несколько бинарных кодов. Давайте проверим, так ли это. Начинаем испытание для Тимура Гумергалиева. Добро пожаловать в наше банковское хранилище. Конечно, вскрывать сейфы противозаконно, но наш участник будет делать это ради науки. Никакой грубой силы не понадобится. Сейчас на экране Тимур увидит 4 бинарных кода. Ему нужно в уме преобразовать их в четырехзначные и уже с их помощью открыть 4 сейфа. Вы готовы? Конечно. Тогда начинаем. Вы когда-нибудь сейфы вскрывали? Нет? Копилку. Копилку разбивал. Просто разбивал об пол и все. Тимур открыл первый сейф. Итак, какое число было кодом для этого сейфа? Первое число было 1937. Вы справились с первым заданием. Приступайте к следующему. Готовы? А нет. Если вы уверены, что вы нашли какой-то шифр, можно попробовать применить его каким-то другим сейфом. Пробуем здесь. О!
Работает! Потрясающе! Какое это было число? Число 54-35. 54-35. Ну, безусловно, это верно. Ответ вам снова аплодисменты. Два из двух. Продолжите? Конечно. Прошу. Так. Ох, какое красивое число. 89-60. Безусловно, это правильное число. И осталось вскрыть последний, четвертый сейф. Приступайте. Нет. Попробуйте еще раз. А нет. Может, вы назовете число, мы проверим, правильно да, ли оно. Да, вы проверите, правильно ли оно. Число было 85 87. Это ваш ответ? Это ваш ответ? А, давайте последний раз. Так, так, так. Я нолик проглядел. Я число неправильно прочитал. Это да, это неправильный ответ. Правильный ответ 44-91. Тем не менее, вам аплодисменты. Это было очень лихо, правда?